Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будет такой необычный, наверное, можно сказать, такой ролик. Ну, как необычный? Суть, в общем-то, в том, что мой друг Сергей, его зовут, наш с вами коллега, год назад приобрел себе ПВК Дон Перегона. Приобрел он его, ну, тогда у него был ремонт в квартире, собственно, он как бы подгадывал, что он будет у него стоять в кухне, ПВК на 60 литров. Тщательно его все выбирал, комплектовал. Вот. Но так получилось, что весь этот год он у него простоял в гараже. И, как иногда случается, планы у людей меняются. В общем, оказалось так, что этот ПВК ему стал не нужен в силу там определенных обстоятельств. ПВК новенький, ни разу не использовался. Привез я его, попросил меня Сергей его продать, потому что у него сейчас, ну, много дел. Некогда ему этим заниматься. Вот. Что я с радостью и делаю. Вот. Забрал я его у него. Он был весь упакованный. Я его распаковал, собрал. Значит, и, ну, чтобы показать вам, естественно, все. Смотрите, что по комплектации. По комплектации идет мешалка группы безопасности, крышка с люком, с большим, идет автоматика с теном на 4 киловатта. На самом деле тен на 6 киловатт, просто подключено 4, там еще есть у него возможность добавить еще 2 киловатта, сделать его на 6, кому надо, тут сделает. Вот эта вилка, в принципе, она на 32 ампера, она держит до 7 киловатт, так что смело, в принципе, можно вообще сделать на 6 киловатт его. Переливная система. Вот это вот, что тут еще дополнительно был врезан тен, ну, вход под тен прямого нагрева, то есть это можно не прямым нагревом. Дополнительно ножки, ну, удлинители для ножек, чтобы, во-первых, чтобы можно было сливать, подставить ведро удобно. Ну и во-вторых, тоже здесь, ну, высота удобно. Также к этой автоматике прилагается Wi-Fi модуль, то есть управление по Wi-Fi. Он подключается здесь как-то, я еще не понял как. Но я не буду его подключать, что я буду тут своими клешнями залезать, это все сделает новый владелец, я думаю. Wi-Fi модуль, можете там, грубо говоря, сидеть на работе, а дома у вас может идти варка, и вы можете ей управлять через телефон. Так, что еще нужно сказать? В принципе, по комплектации я все прошелся, да. Немаловажный момент. ПВК этот медный. Так, вот там мешалка, вот это вот рассекатель стоит от системы перелива. Там вы видите мешалка, но не знаю, видно вам, не видно. Да, там внутри еще сито. Сейчас я подсвечу. Вот мешалка. Внутри сито, соответственно. Ну, там кран лежит, заглушка, пробка. Вот. Ну, давайте я крышку сейчас сниму вместе с этой смешалкой и покажу внутрянку. Все, снял я крышку. Значит, ну, открутил систему перелива. В принципе, что я вам ее показал, она больше мне не нужна. Вот, прикрутил кран. А, ну, значит, соответственно, слив тут можно в любую сторону поворачивать. Ну, вот он на клампе там. Хотите сюда, хотите с этой стороны, хотите туда. В общем, как вам будет удобно. Вот, видите, медный выход оттуда идет. Здесь еще слив с рубашки, так понимаю. Вот, так, здесь у нас, ну, заглушка. Давайте сюда прикрутим. Не потерялась. Так, что это? Это сейчас покажу. Что это? Сито. Она вытаскивается. Вот, видите, полностью медный котел, медное дно. Вот. Медное дно. Так, вот эта штука. Не знаю, зачем это делать, но вот так вот
закрывает отверстие. Ну, для чего-то, видимо, это нужно для чего-то. Эй, есть тут кто? Вот, так, значит, что? Ну, давайте поставим обратно это сито. Сито поставим обратно на место. Так, сито установили. Так, вы спросите, хорошо, вот эта крышка с люком, это все замечательно, а как же нам перегонять? Перегонять. Также все предусмотрено. Вот такая медная крышка с четвертым клампом, с выходом под мешалку. Также можно перегонять густые браги, их помешивая. Ну, либо сюда еще что-то. Ну, короче, четвертый кламп. Давайте я что ли свой аппарат сверху поставлю, чтобы вы посмотрели, как оно все выглядит. Да, еще забыл немаловажный момент. Вот вы видите, тут риски есть. 60 литров, 55, 50, 45. В общем, он размечен с шагом на 5 литров. Ну, в принципе, он полностью 65 литров получается. 65 литров. Вот. Так что все сделано для удобства. В принципе, человек заказывал для себя максимально, чтобы... Ну, в общем-то, это, в принципе, максимальная комплектация, которую можно взять. Ладно, давайте сейчас поставлю свой аппарат. Ну вот, друзья, в такой конфигурации он может быть собран. Соответственно, со шлемом, с конусом. Вот. Что еще сказать? В общем, ну давайте переходить к цене. Если сейчас вы попробуете, да, как я уже говорил, тут все собрано максимально, что только возможно. 65 литров бак, медный, полностью медная автоматика, Wi-Fi, группа безопасности, все сливы, переливы, ножки удлиненные, две крышки, одна такая, одна с люком, соответственно. Если вы сейчас попробуете на сайте Дом Перегона собрать такую же комплектацию, она вам выйдет где-то в 210 тысяч рублей. Соответственно, у кого были мысли, кто думал приобрести такое, у кого были такие, так сказать, желания, сейчас это можно сделать с очень хорошим дисконтом, с очень хорошей выгодой. Так что, друзья, пишите мне на почту, которая... адрес, который я оставлю в описании. Вот. У вас сейчас есть хорошая возможность купить шикарный ПВК. Вот. Потому что смотрю я честно на него. Тут он у меня уже стоит дней, наверное, 5. И так я мимо хожу. Такие мысли тоже бродят. Вот. Так что пишите мне. Вот. Ну, не знаю, если кто-то... как бы, в принципе, готов. У кого у меня какие-то сомнения есть, не знаю, стоит ли какой-то обзор на него делать, там, может быть, пробную варку какую-то сделать, может, пиво на нем сварить или затереть что-нибудь. Не знаю. Короче, друзья, пишите все свои мысли в комментариях. Кто заинтересовался, пишите мне на почту. Да, ну и, естественно, если вы будете, допустим, заказывать на том же Дом Перегоне, то вы понимаете, да, что вы будете ждать там 2-3 месяца, пока его изготовят. А может быть, даже и 4. А тут он как бы уже готовый, можете хоть сегодня подъехать и забрать, условно говоря, и пользоваться. В общем, ладно, все поняли. Я думаю, кому надо, тот... тому много объяснять не надо. В общем, друзья, спасибо вам за внимание. Такой вот был ролик. Как бы всем, как говорится, хорошего настроения и до новой встречи. Забыл, друзья, еще одну деталь, что в комплектацию еще входит противоточный чиллер. Вот это такая достаточно важная вещь и нужная, чтобы охлаждать быстро и эффективно. Вот она также к этому кубу прилагается. То есть, ну, все, что можно, все, что
может быть нужно, к нему все в нем есть. То есть, как говорится, полная комплектация.